Премьер-министр Испании Мариано Рахой отчитался перед депутатами. Это связано с ситуацией, сложившейся в стране в связи с первым случаем заболевания Эболы. Некоторые чиновники поставили вопрос об отставке главы Министерства здравоохранения, который, по их мнению, несет личную ответственность за случившееся. Однако Рахой попросил депутатов не торопиться с выводами. Система здравоохранения в Испании одна из лучших в мире. Дайте работать профессионалам. Не отрицаю, случай сложный, но я абсолютно уверен, мы справимся. Ранее стало известно, что Эболой заразилась медсестра, которая ухаживала за священником Мануэлем Гарсия Вьеха, заболевшим в Сьерра-Леоне. За последние 3 дня в больницу были доставлены еще 5 человек, которые теоретически могли заразиться. Но ни один из проведенных анализов пока не показал положительного результата. А накануне группа медицинских работников вышла на улицы с протестом, требуя больше информации об обстоятельствах заражения медсестры.